Продолжаем гулять по Сапун-горе. Так, здесь книги, сувениры. Муж пошел просмотреть. Диорама взятия Сапун-горы закрыта на реставрацию. Музей обороны Севастополя. Отсюда открывается Сапун-горы. Потрясающий вид на Севастополь. Здесь катер стоит. Вообще здесь очень много военной техники. Полевая кухня. Целый катер стоит. А вид вот отсюда потрясающий. Здесь еще есть такой... А, вот бинокли есть. Можно еще посмотреть в бинокль. Отсюда море не видно. Может, откуда-то с другого места видно. Отсюда нет. Здесь только горы. Потрясающий вид. Да, высоко. Ой, там можно еще ближе подойти и не спуститься. Но море не видно. Море, скорее всего, вон там, с другой стороны, за лесом, за этим. Но вид обалденный. Смотрите, какая красота. Там горы еще выше есть. Крымские. Красота. Виноградники внизу. Так, там часовня с ангелом на крыше. Мы сюда приехали где-то без 20:11. Сейчас, наверное, 11:30. Ну, еще погуляем часок. И поедем, поедем выставку Айвазовского смотреть недалеко. Здесь мы сейчас проезжали мимо. Теперь уже знаем, где выходить. Жаль, диорама на ремонте, на реставрации. Но здание вот с этой стороны красиво выглядит. Как новенькое. Дорожки новенькие, все новенькое, все красиво, все блестит, все ухоженное. Сейчас еще вот по этой стороне, по этой аллее пойдем, там тоже много военной техники. Отсюда просто потрясающий вид. Куда мы сегодня еще пойдем? Мы сегодня пойдем. Так. Муж еще не вышел из книжного ларька с сувениров. Что-то там покупает. Не знаю, что он там решил купить. Может, магнитики на память друзьям. Я уже решила больше не покупать никаких магнитиков. Весь холодильник увешан, уже больше некуда. Есть только подарок кому-нибудь на работу, девчонка. Ничего там, мне никто ничего не привозит, я тоже не буду. Да, вид отсюда потрясный. Горы, горы, горы. А когда летишь на самолете, кажется, что здесь плоская такая местность, никаких гор не заметно. Только когда пониже садишься, уже на посадку идет, тогда уже видно. Известно, что генералы готовятся к прошедшей войне. Не люблю таких умников. Ходят, орут на всю, свищают. Не пойму, куда у меня муж делся. Надеюсь, что зашел в ларек за сувенирами. Но я туда не стала заходить. Но куда он делся, я не поняла. По идее, здесь деться некуда. Должен был сюда подойти. Вот отсюда вид потрясный. Больше-то особо деться некуда. Так, сейчас немножко еще походим. Время 12. Потом пойдем картину Айвазовского смотреть, выставку. Знаем, где остановка. Тут недалеко, на полпути. Посмотрим картину Айвазовского. Потом поедем в центр на Нахимова. Там пообедаем. Потом, если успеем, еще в один музей сходим. Тоже картины посмотрим. Но если не успеем, так не успеем. Дело в том, что завтра понедельник. Все музеи... Все вот эти всякие, ну, все музейные комплексы, все, понедельник все закрыто. Так что сегодня у нас вот последний шанс походить по всяким таким заведениям. Завтра последний день, не знаю, чем будем заниматься, но прежде всего нам надо выспаться, потому что нам предстоит лететь ночью. В Москву прилетим где-то 1:30 ночи, пока до дома доберемся, 3 часа будет.
Муж еще на работу, наверное, поедет во вторник. Мне в среду на работу. Ну, посмотрим. Такие дела, ребята. Слава богу, горло прошло. Я хотя бы разговаривать могу. Я, мне кажется, я хватанула холодного лимонада и пива вот в первый день. Хватанула, попила. Еще мороженое купила. И все, и трындец мне сразу. Ладно, я выключаюсь. Вид отсюда потрясающий. Завтра последний день, нужно будет выспаться. Потом пойдем по городу погуляем, пообедаем. Надо будет хорошо пообедать, потому что дорога предстоит долгая. Так, ладно, ребятки, я выключаюсь. Любуйтесь на вид.